мы рады приветствовать вас на 11-м международном кинофоруме молодого кино «Умют», посвященном 90-летию народного артиста Кыргызской республики, кинорежиссеру Бекешу Абдулдаеву. Отмечает его трудолюбие, мобильность и доброжелательность к окружающим. Действительно, папа с любовью относился ко всем своим героям. Абдан соның башқалуатқан іс-шараның башқалышыменен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Форумды атауысқа Бекеш Абдулдаевке арналған үшін оргкомитетке, ұйыстыру комитетке чоң ырашықты білдірем. За прошедшие 11 лет форум «Любит» укрепился и стал одним из важнейших мероприятий года. Я хотел, чтобы образ этой женщины будет образ моей родины, и чтобы он показывает меня в другом. Как отнеслись к этому фильму у вас на родине? Мне было интересно, чтобы я зашел в мир людей глухонемых, потому что они, у них закрытый мир. Я занимаюсь детьми, у меня педагогическое образование, и как я эту тему знаю, она мне близка, и поэтому мне захотелось снять именно детский фильм про детей. Первый раз мне рассказывается вот эта история, но я полностью поменял. Толганай, Казахстандағы ең мықты актрисалардың бірі. Где-то месяц мы с оператором жили там и наблюдали. Я занималась воспитанием характера и мастерства. Мне кажется, что часть работы режиссера – это еще уметь вписаться в формат. У всех парней есть идеальная какая-то версия женщины, но они все равно будут жить с той женщиной, которая там им готова. Искали тему очень долго и нашла эту девочку на базаре. Сейчас ей 10 лет, она также работает на базаре, продолжает работать. Всю свою пенсию она откладывала себе на похороны. После фильма она решила себе сделать операцию на глаз, единственная оставшаяся, которую видит. Мы сняли такое кино. У нас был упор сделать на форму, не нарратив. Фильм о мечтателях, которые хотят пойти в большой город, чтобы воплотить свои мечты. Еще будете ли снимать в таком стиле? Они берут то, что не сильно популяризировано, и делают в такой манере. Это всегда перекладка. Мне кажется, что те темы, которые сегодня актуальны в мировом кинематографе глобально. Таких сюжетов больше не будет, и люди будут помогать, понимать друг друга, слышать. Очень хотелось попробовать сделать портрет без человека. Когда-то мы с другом встали напротив кладбища, и друг мне сказал фразу: «Два года здесь назад картошку сажали, я поверить не могу».
это как раз говорит о том, каким мощным инструментом может быть фестивальное движение для того, чтобы индустриальная мощь государства, чтобы она могла развиваться. Мы решили не ограничиваться на том, что это движение на экране. Мы решили просто взять и посмотреть, что же можно сделать с движением вне экрана. У нас было три команды, член жюри, и Asia Talents, и основной конкурс International Competition и National Competition. Мы всегда хотим не войны и хотим всегда мира в регионе. Элемент черного юмора я хотела бы использовать во всех своих будущих фильмах. Спасибо большое, что фильм все-таки дошел на игрового зрителя, на наших зрителей. Это все коллеги Кинки-Дука в едином порыве хотят, чтобы справедливость восторжествовала. Жас режиссерлер алғашқы фильмдерін қалыптасу кезеңінде ең алғаш осы қысқа метрлі фильмдерден бастайды. Сондықтан да осы форум осы жас кинематографистердің қалыптасуына, дамуына үлкен бір әсер ететін бір форумдардың бірі. Выстроился целая база фестивалей, форумов, площадок. И одна из таких площадок – это, конечно, форум «Умуд». Кыргызстанский кинематограф активно развивается, и мы надеемся, что связи нашего кинематографа и Кыргызстана, и России будут только расширяться. «Умуд» форуму «Есенгу» өлкөлөрінде орду бар бір кинофорум болды. Қалды деп айтсақ, жаңылышпайыз. Авторлар үшін бұлдағы шығармашылығына дағы да дем бергенге шоң жардан береді деп ішенеміз.